Сегодня в университете имени Марата Успанова обучаются порядка 400 иностранцев. Приезжают в вуз за медицинским образованием индусы и пакистанцы. Только в этом учебном году овладеть лечебным делом в Актобе решили около 100 студентов из-за рубежа. В преддверии Дня независимости Казахстана будущие врачи разных народов и национальностей поздравили актобинцев с наступающим праздником. Мне очень нравится Актобе, потому что здесь благоприятная среда, доброжелательные, гостеприимные люди. Наши преподаватели готовы нам всегда помочь. Сегодня мы рады были больше узнать о казахской культуре и показать свою индийскую. Поздравляю казахстанцев с наступающим Днем независимости. Желаю, чтобы небо Казахстана оставалось всегда мирным, а люди дружными. Обязательными как для местных, так и иностранных студентов являются курсы коммуникативных навыков. Целая кафедра обучает без пяти минут врачей правильно общаться с пациентами, сопереживать и сочувствовать им. По программе академической мобильности в Актобе приехала визитинг-профессор из Алматы. Все университеты в Казахстане, которые медицинские есть, мы всегда все согласовываем, обсуждаем и обмениваемся материалами, опытом. И, конечно, мы можем гордиться тем, что в нашей стране, в Казахстане, коммуникативные навыки на высоком уровне. И, я думаю, ближайшие страны точно уступают, и даже некоторые зарубежные. И в Алмате, в Асфендиярово существует еще центр коммуникативных навыков, который обеспечивает методическими материалами, и чтобы наш процесс обучения, он был в единой системе. Вот. Подобная работа по нравственному воспитанию в медвузе всегда остается актуальной. К слову, сейчас студенты из Индии и Пакистана обучаются на английском языке. Русский и казахский им пока даются с трудом. Однако ребята стараются, ведь им предстоит практика и общение с казахстанскими пациентами. Гульбанош Жумбаева, Манжолайт Магомбетов, телеканал Актобе.